ծառայություն։ Կարծում եմ, որ մեր տարածաշրջանում սրվելու են Իրանի եւ Թուրքիայի միջև մրցակցությունները։ Роль Китая будет сильно усилена. Соперничество между Ираном и Турцией в нашем регионе усилится. Все это в большей или меньшей степени касается и нас. Как говорится, проблем в мире немного. А власть у нас невежественная, заговорщическая и капитулирующая. Иными словами, мы живем в худший исторический период. Нам приходится из всего этого делать очень серьезные исследования. Мы не можем изменить мир, мироустройство, но как минимум мы должны навести порядок в себе, чтобы быть готовыми к любому худшему или лучшему развитию, заявил бывший заместитель министра обороны Артак Закарян в ходе брифинга, проведенного в рамках конференции. По словам Артака Закаряна, предпосылкой для этого является смена власти в Армении. Это не имеет никакого отношения к новому мировому порядку, решению новых серьезных проблем послевоенной Армении. Наоборот, они углубляют и ухудшают состояние нашего государства. Артак Закарян также коснулся последствий и рисков неправильной политики действующей власти. В отличие от периода, Армения была фактором на международной арене. Сейчас, по словам Закаряна, она не только не такова, но даже не в состоянии обеспечить собственную безопасность. Мы реализовали все наши военно-политические балансы в международном сотрудничестве в вопросе безопасности Карабаха и Армении, особенно через армяно-российское военно-политическое и военно-техническое сотрудничество при активных двусторонних отношениях с США и Францией. Всего этого сегодня нет. То есть Армения на данный момент не решила свою проблему безопасности. У нас нет даже измененной концепции национальной безопасности, о которой никто даже не думает. Артак Закарян также отметил, что рельсы армяно-российского сотрудничества во внешней политике должны быть для нас ориентиром. Мы также должны понять очень важную вещь. России нужен партнер, а не вассал, заключил Артак Закарян. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.